Состав участников, честно, впечатляет. Это крупные производители, крупные производственные предприятия стран СНГ. Тут не только производственники, тут видно, подключили, конечно же, и инвесторов, которые заинтересованы в инвестициях. Также предприятия, которые поставляют оборудование и реагенты для горной промышленности. В принципе, охват очень широкий. Самое положительное, на мой вкус и взгляд, мероприятие организовано очень хорошо, все проходит по времени, все выдержано, докладчики соблюдают регламент, всем хватает времени выступить, задать вопросы. Я восхищен организацией, все на высшем уровне, очень полезные спикеры были, мне понравилось выступление, конгресс, и получилось познакомиться с интересными и нужными людьми.